тот клятый год мне был как много лет. Я иногда сползал с больничной койки, сгребал свои обломки и осколки и свой, так скажем, реконструировал скелет. И крался мимо чутких медсестер, ноздрями чуя острый запах воли. Я убегал. Убегал к двухлетней внучке, Оле, туда, на жизнью пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд-пруди. Но день сгорал, и солнце остывало. И Оля уставала, отставала и тихо ныла. «Деда, погоди!» Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных гостей. Но и в палате слышал Олин голос. «Дай руку, деда. Деда, погоди». И я годил, сколь было сил. А на соседних койках не годили. Херели, сохли, чахли, уходили. Никто их погодить не попросил. Когда ж я чую жжение в груди, то вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком. «Деда, погоди!» И я гожу. Я все еще гожу. И, кажется, стерплю любую муку. Пока ту крохотную руку в своей измученной руке держу.